Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет коротенький ролик по карте Инферно, а точнее раскидочка на карте Инферно. Поэтому присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Покажу. Смотрим, получается, в приседе на этот нижний угол, потом целимся на эту антенну и на левую кнопку мыши накидаем смок. И падает он у нас вот сюда, перекрывая вид противника, и вы можете легко штурмовать правую сторону. Когда вы заняли банан, встаете сюда, берете смок, целитесь вот на вот эту вот пристройку, на этот угол, поднимаете мышь вверх и промеж этих проводов на левую кнопку кидаете смок. И сидите отрезано. Можно ставить бомбу. Пока смог стоит, можно и курицу зажарить. Следующий смог у нас идет опять так же на Б. Встаем опять на эти деревяшки. Целимся вот на эту штучку. Промеж вот этих проводов закидываем смог. И он у нас приземляется, отрезает, получается, церковь. Ставим опять бомбу. И выигрываем раунд. Теперь бежим на мид. Встаем вот на эти, смотрим на эти кирпичики, берем смог, целимся сюда, на край и клумбы, кидаем смог и смотрим, куда же он у нас приземлился. А он вот он у нас. И опять спокойно ставим бомбу. Сейчас мы будем перекрывать шорт. Берем смог, целимся вот на вот эту, где-то в центр, примерно вот эта большая платформа. Целимся в середину этого окошка. И бросаем на левую кнопку мыши смог. И он у нас падает точно на шорт. И мы опять бежим ставить бомбу. Теперь мы идем через апарты. Итак, встаем мы косяку этой двери, целимся вот на вот этот уголочек и ровно мы закрываем смоком вход. Ну и в конце этого ролика открываем, как всегда, открываем кейс. На этот раз у нас контейнер «Запретная зона». Подписывайся, ставь лайк. Не забудь про колокольчик. Посмотрим, что нам выпадет сегодня. На этой неделе, так сказать. И у нас... О, что-то даже... О, даже что-то такое... И у нас... Star Trek. МК Магни. Ну, неплохо, неплохо. Друзья, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и до следующей недели.